Дорогие друзья, в июне 41-го война вошла в каждый дом, разлучила любимых, многих навсегда. Осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты – эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдет военный парад. Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведем. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С днем Великой Победы! Ура!